Тяжелый нервный матч, удаление, жесткая борьба за шайбу, овертайм и решающие буллиты. В первом периоде хоккейный клуб «Кстово» заявил о себе как о серьезном сопернике, отправив в ворота саровчан сразу две шайбы. Во втором нашим хоккеистам удалось сравнять счет. Команда «Кстово» немножко подсела, учитывая то, что все-таки более молодые, скажем так, игроки там в команде. Мы немножко добавили, соответственно, больше бросать стали, больше играть в нападение, больше добивать. Это привело к уравнению счета. В третьем периоде на льду развернулась настоящая борьба между командами. Буквально за две минуты до конца игры хоккейный клуб «Кстово» вырвался вперед, забив нашим спортсменам очередную шайбу. Но саровчане сдаваться были не намерены и за 11 секунд до конца финальной сирены сравняли счет. 3-3 по итогам основного времени. Расслабились немножко, на мой взгляд, после прошлого года. А так все хорошо. Броскового поворота нам не хватает и скорости. А так все нравится. Нам очень нужна эта победа. Дома вы должны выиграть. Стены родные должны выиграть. 5 минут дополнительного периода не повлияли на результат. Судьбу игры решили буллиты. Счет 3-4 в пользу хоккейного клуба «Кстово». Игра получилась очень такая, можно сказать, хорошая с обеих сторон. Обе команды выглядели приличные. Саровская команда очень хорошая, хорошие ребята. И наши ребята тоже отдавались полной самоотдачей. Я со всеми доволен. Следующая игра хоккейного клуба «Саров-Инвест» пройдет на выезде 26 января в Дальнем Константинове. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».